Были мы в таком себе польском Детройте, город Гудс, Лодз, он же. Первых впечатлений было, конечно, очень мало, но они были яркие. Город, конечно, ну как бы, извините за, опять банально, свет не Краков. Не такой вылизанный, более винтажный, скажем так, скромно, но зато есть свои плюсы. Он очень зеленый. Притом зеленый такой, знаете, очень зеленый. Там дальше будут там площадки, да. Более совковый, может, где-то, даже не где-то, а много где. А зеленый, знаете, вот как фотографии показывают из Припяти, из Чернобыля, знаете, как заросший. Вот не то, что насадили деревьев, а вот они просто сами повырастали. Много некошенной травы. Есть еще хорошие, как бы, плюсы. Вот. Цены на недвижимость достаточно низкие. За двухкомнатную хорошую квартиру можно заплатить арендной платы около 1900 злотых. Мое самое яркое впечатление от города – это развязки, которые были в городе, ужасные, без светофоров, когда ты просто не понимаешь, сколько тебе стоять, как тебе ехать, и как пересечь все эти двойные линии вместе с трамваями. Ну, просто для меня это был, ну, жуткий шок. Госсадики также заполнены, как и в Кракове, тоже точно так же сложно попасть. Также дорога в Луц, это, в принципе, трасса на Варшаву, ну, достаточно залатанная, местами есть ремонт, то есть, наверное, будет, ну, скоро новая. Да, дело в том, что там карта показывает 3 часа, но реально можно ехать 4. 4-4,5, это если без остановок. А фрукты на раскладках дешевле в Лудзе, чем в Кракове, к примеру. Также даже я встретила нашу зрительницу там совершенно случайно на переходе. Большой ей привет от нас. Ну, такие впечатления. Ну вот, да, вот такой вот зелененький, такой вот простенький, даже, ну да, ощущение деревни в некоторых местах появлялось. Но есть там островки такой развлекательной, как это, не знаю, даже... Торгово-развлекательные цивилизации такой. Да, территории. Это самая главная большая, это мануфактура, торговый центр, огромный, с там звенючим таким фонтаном там дальше будет. Вот такие площадки, они такие совковые достаточно, но зеленые. Вот там и кузнечики, бедронки, на там похоже, все. Да, очень. Вот есть вот дворики, есть такие. Вот как даже на нашу Соломинку похоже, да, в Киеве. Еще такой есть часть центра, которую мы видели, довольно обустроенная. Это на улице Петруковская, по-моему, там так широкие такие просторы. Чем-то даже на Варшаву мне показалось похоже. Ну, я там не был. Вот я с детками был возле мануфактуры, такие фонтаны классные. Там, ну, очень там приятно. Вот там приятно очень. Ну, вообще город, конечно, ну... Кроме движения по улицам автомобильного, конечно, все остальное. Ну, такое. Мы просто избалованы Краковом, поэтому нам сложно угодить каким-то другим городам в Польше. Да, ну пока что мы мало чего видели, но что-то видели. We'll be right back.